Они молоды и опасны для неверных мужей. Карать. Она так на меня орет, что можно оглохнуть. Почему? Что? Она замучила меня своей ревностью. У меня панические атаки при виде красивых женщин. Я так не могу работать. А кто вы по профессии? Гинеколог. За нами реально идет охота. Отсюда все проблемы. Влюбился как пацан. Она увела меня из семьи, отжала бизнес и выкинула на улицу. Карась. Я тебе покажу. Что, совсем что ли? Здрасте. Так сильно меня еще не били. Меня вообще никогда не били. Новые времена настали. Уже нормальному мужику секретаршу не поиметь. Сильно, но за дело. Я так больше не могу! Я ее боюсь. А? Я подведитель.